Всем привет, я диджей Артемид, вы смотрите программу Трекер на Бастурма ТВ. Сегодня мы посмотрим, как создаются треки в электронной музыке. Перед нами стоит задача создать трек в стиле дабстеп. Помогать нам в этом будет мой друг Сёма. Сейчас мы находимся на этапе создания басовой линии. Сейчас мы подбираем барабаны. Для трека мы выбрали живые барабаны, которые звучат как настоящие музыкальные инструменты. Сёма, а как называется программа, в которой мы работаем? Клавиатуры мы создаем основную мелодию трека, так как ритм и сопровождающие мелодии уже придуманы. Кстати, необходимо сказать, что вокал у нас до этого уже был записан. Этап записи вокала пропущен. Вот такой у нас конечный вариант нашего трека. Сёма, скажи, тебе самому нравится? О, да. Охуенно вышло. Вы смотрели программу «Трекер» на Бастурма ТВ. С вами был диджей Артемид. Сегодня мы посмотрели, как делаются треки в электронной музыке.